Всем добрый вечер. Мы очень рады вас видеть в нашем лучшем клубе страны. Спасибо. Thank you.
Спасибо. Еще раз всем добрый вечер. Для вас сегодня квартет Антона Горбунова. В составе Владимир Галоухов, вибрафон. Электрический, можно сказать. Антон Залетаев, флейта, саксофоны. Это показывает с умным лицом. Всегда такой вот подтянутый. Напоминает мне кое-кого. Хорошее спасибо слово. Петр Ившин. Меня зовут Александр Антон Долиров, играю на бас-гитаре. Мы играем авторскую программу. У нас сегодня будет два посвящения замечательным артистам, замечательным музыкантам. Мы немножко сыграем их позже. А как раз первое мы сейчас вот и сыграем. Посвящение замечательному пианисту Хорусу Сильверу. Его одна из самых, наверное, известных пьес под названием «Sister Sadie», которую мы сделали в своем оригинальном варианте. Thank you.
филармонии. Соло на тенор-саксофоне Антон Цветаев. Соло на электровибрафоне Владимир Головин. Вот это была, пожалуй, единственная авторская пьеса. Сейчас мы сыграем, немножко сбавим темп, сыграем замечательную пьесу, которая называется «Фея для всех замечательных женщин». Thank you.
Yes, okay. Вот. Ну, сейчас сыграем что-нибудь побольше. Кстати, у нашего друга, коллеги и товарища сегодня день рождения, Вартана Бабаяна. Да, надеюсь, если он где-то в другом городе, надеюсь, он нас, может быть, и посмотрит в записи. Вартанчик, поздравляем тебя с днем рождения, крепкого здоровья тебе, хорошего самочувствия. В общем, мы с тобой, а ты с нами. Кутузовский проспект для тебя. Фольк, извини, прошу прощения, фольк. Это другая песня, да, это совсем другая песня. Антоша взял специальную флейту, блокфлейта. Она недорогая, но извлекает очень красивые звуки. Сейчас он покажет, как это делается.
микрофон залетает. Владимир Головуха, Федор Ильин. Спасибо. Thank you.
Вольный сразу же голову тут выбраковывали, там Алексей Петр Ильшин, барабаны. Попробовала вас гитара. Спасибо, вы. Пойдемте минут на 50. Шутка. Вернемся к вам. Спасибо. Ну вот, прекрасно, что вы еще на месте. Все. Почти. Thank you.
кстати говоря, на диске Bass Magic, который она там продается у Николая Богачука. Есть целая пластинка, я не знаю, есть она или нет, но она должна быть. Она была выпущена компанией RB в 2012 году. К нам присоединяется Владимир Александрович Голоухов, потом надел очки, строгий вид у него. Он сейчас будет искать ноты. Следующая пьеса нас перенесет в дореволюционную Россию и напомнит нам, как неопохмелившийся дворник с утра выходит посмотреть из своей дворницкой на то, что происходит во дворе. А что во дворе? Весна еще не вступила в силу, поэтому снег еще лежит, его надо убирать. Но без похмелки это тяжело сделать. Итак, дворник. Thank you.
Thank you.
Следующая номинация. С участием соискания премии. Антоша Залетаев написал замечательную пьесу «Блюз по Джо». Кто такой Джо? Джо — это, видимо, Забину. Тот самый, который потом сделал, вернее, один из создателей группы «Газа Репорт», а потом как раз Забинов Синдикат. Но до этого был замечательный его период, когда он играл интересные блюзы. Да, Эдерли как раз ему и помогли, в общем-то, стать тем, кем он стал. Вот. И этому периоду посвящается пьеса, которая называется «Блюз по Джо». Антон Залетаев. Thank you.
Мишин. Слово на ударной установке. Как раньше говорили. Ударник. Песня Антона Залетаева «Блюз по Джо». Вот, а сейчас мы сыграем песню, пьесу с таким названием «Володя». Вот, Володя говорит, что с английским у него не важно, и он постоянно ее называет «рун». Вот, «рун». Я не знаю, что такое «рун», но вообще это «ран». И по-кельтски, да. Я написал песню, называется «ран», ну, «бег». Вот, а Володя называет это «рун». Вот, я не знаю, почему. Может быть, с золотым руном связано? Нет? Thank you.
Спасибо. Это была наша обязательная программа. Вот. А теперь бис. Бис это... Бис! Браво! Thank you.
клуб Алексея Козлова. 22 марта. Приходите к нам еще. Вот Владимир Головко потом залетает по хорошим. Там продаются диски, пожалуйста, приобретайте. У Антоши диски, у Володи диски, у Пети тоже. У всех диски, в общем, все дискоманы. Вот, спасибо большое за внимание. Спокойной вам, наверное, ночью.